Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Филипп Марвин, и это Стас. В прошлом видео вы его уже видели. В общем, что? В общем, сегодня снова будет руфинг. Сегодня Стас мне предложил залезть на одно здание, там по парапетам, по всей штуке. Короче, все как вы любите, реально, вот все как вы любите, потому что, ну, реально, вы это любите. Вот, но единственный минус, ну, не знаю, как минус или не минус, ну, возможно, для нас это минус, нету с нами киевской, фараона, как вы называете ее, мужеподобной бабы, трансвестита. Ну, короче, как вы только не называли киевской, но это все хуйня, потому что вы ебанутые, раз так ее называете, вот. Сегодня ее с нами нет, но мы... Шутим. Вот, ну, а мы, короче, продолжаем свой путь, и, собственно, сегодня будет снова руфинг. Вот, потому что его не было давно, а то видео было, потом еще нужно одно, еще одно, и 300 видео, потому что вы это очень сильно любите. Поэтому, ребята, давайте, поехали. Кстати, ребята, здание, оно находится на Абалоне, и тут стоит два паруса, и вот на один из них мы идем. И, в общем, я не могу очень сильно... Так, сейчас, тихо. И, в общем, я не могу сильно тут громко говорить, вот, чтобы не услышали жильцы и не дали нам преждевременной езды. В общем, мы уже подходим, вот сам парус. Вот, сейчас будем как-то залазить по фасадам, там, хуядам и тому подобное. Люблю вас, целую. Удачи мне. И Стас, удачи. Нам удачи. Всем удачи. Всем удачи. Он настолько только что жестко отморозил консьержку. Я такой захожу, язык в жопу и не знаю, что сказать. Он просто такой заходит, она спрашивает: так, мальчики, в какую квартиру? А он такой: Перегудов. И пошел. Я что, блядь, какой Перегудов? В общем, не знаю, секретно. Это секретное слово. Так, подъезд мы, собственно говоря, уже прошли, вот, а дальше будем уже вылазить. Дальше будет просто эпический залаз, потому что реально я вам покажу, как это все будет очень жестко. Главное, что она это не слышит. Да, консьержка это, кстати, не слышит, и все четко. Вот, там будет просто вот такая дуга, под неплохим таким, под градусом где-то 50-45, больше. Наверное, больше градусов. Вот, ну, те, кто там геометрию там знает, вы поймете, сколько это градусов. Вот, все, ребята, приехал лифт, будем подниматься. В общем, друзья, я, как обычно, преобразился, опять хвостик, который вы так сильно любите. В общем, поднялись мы уже. Вот, и дальше нам что нужно? Дальше нам нужно вылазить здесь и, походу, туда вниз, на ту штуку. Жестко, жестко. Ну, ничего, светит солнце в глаза. Полезли. Ого, блядь, вы видели этот угол? Блядь, пиздец, угол, сука. А теперь смотрите на вот этот пиздец. Здравствуйте. Да? Ну, может, можно быстренько поснимать? В прошлый раз, короче, Алексей решает. Фух.
идет. Так, мужик обратно идет. Ну серьезно. Все, мы уходим, до свидания. Охранники, вот, но они бы, естественно, нас бы не догнали, они не стали за нами идти, но мы их наебали. Запрятались, короче, под дугой, вот. Да, блин, вы видели эту ёбнутую дугу, как мы по ней скользили? Стрёмная штука. Да? Очень круто. В общем, прошло немного времени, я надеюсь, они уже успокоились немного и зашли в свою будку, с которой они вылезли, как собаки. Вот. И, собственно говоря, мы сейчас будем свой план капкан промышлять. Все, погнали. Нас отделяет всего ничего, я вам так скажу, но это сложно на самом деле, если вы понимали, вот то, что, ну, как бы это реально сложно, хотя там буквально метров, ну, 10 где-то до шпиля, вот. Ну, сейчас мы посидим, пока нас здесь никто не видит. Хотел всем сказать спасибо за просмотры, за то, что подписываетесь на мой канал, за то, что делитесь этим видео, за то, что рассказываете друзьям про меня, что есть такой вот Филипп Марвин, сумасшедший человек, который делает непонятно что, непонятно зачем. Но вам это нравится, я это снимаю, мне это тоже нравится, поэтому спасибо, ставьте лайки. Пока хорошая обстановочка, я бы хотел вам рассказать про один очень хороший конкурс. Хочу вместе с брендом Dealer подарить вам очень крутые вещи. Это рюкзак, потом сумочка и снэпбэк. Сейчас, к сожалению, этих вещей со мной нету, но я как приеду домой, я обязательно вам покажу, поэтому в конце вы посмотрите. Конкурс этот будет проходить в группе Dealer, ссылка будет в описании, также нужно будет подписаться на канал Dealer, но это все вы узнаете в группе, а у меня в описании будут просто ссылочки на это все, поэтому, ребятки, давайте.
общем, перелезть, там мы к шпилю перелезли, вот сам шпиль, короче, новый.